Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации городского округа Щелково. На повестке в этот раз было три основных вопроса. Первый из них коснулся дополнительных мер безопасности в приближающиеся праздники. В соответствии с указанием антитеррористической комиссии Московской области и антитеррористической комиссии городского округа Щелково проведены профилактические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций. В каждой образовательной организации проведены инструктажи по обеспечению охраны с педагогическими работниками, с техническим персоналом и сотрудниками ЧОП. В преддверии проведения праздников 1 сентября, 3 сентября, единого дня выборов проведена проверка всех систем безопасности. Разговор коснулся и дополнительных мер по совершенствованию профессионального уровня работников, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму. Одной из главных тем обсуждения на заседании стала подготовка, посвященная празднованию Дня города. 27 августа основное празднование мероприятия, которое будет проходить в парке и на площади Ленина. 27 числа с 8 утра начнется перекрытие дорог Первого Советского переулка, закрывается въезд с Пролетарского проспекта, закрывается улица Комарова, Первый Советский переулок на въезд и выезд. Также в рамках заседания антитеррористической комиссии в преддверии Дня города заместитель главы администрации городского округа Щелково Виктор Семин от лица Совета депутатов округа наградил грамотами сотрудников предприятий и организаций за добросовестный труд и высокие профессиональные качества в достижении показателей и результатов трудовой деятельности, а также заслуги перед округом. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.